Настроение хорошее, все как обычно, готовимся к сильному сопернику. Новосибирск лидер чемпионата, одну партию проиграл всего, поэтому завтра игра будет интересная. Они показали хороший съем, хороший высокий мяч, хорошую подачу. Играют стабильно, нету провалов. За счет этого выигрывают всех. Думаю, что у них все те же лица действующие, за исключением, наверное, Гордон Перин пришел на место Марка Ивовича. И все. Ну, Димка Щербинин к нам пришел, и Лызик стал в основной состав. Собственно, перестановка-то минимальная. Все действующие лица на месте. Савин, Перин сейчас вместе с ним, Любурич и Абаев в связке. Ну и два центра знают тоже, Ильяс и Дима Лызик. Как бы все лидеры. В этом году они намного посыгранней. Изменился, я еще раз повторюсь, точечно. Что-то добавили больше Константину Абаеву, ему стало легче. Он стал увереннее в первую очередь. За счет этого он чувствует себя комфортно и показывает очень достойную игру сборной. Да, молодец парень, конечно, но давайте, наверное, какое-то время дадим ему, чтобы поиграть. У нас как-то очень любят сразу вешать какие-то, либо петь дифирамбы, либо вешать ярлыки, когда прошло там 5-6 туров. Да, играет хорошо. Вся команда показывает очень хороший волейбол. И в том числе это его заслуга как связующий. Потому что связующий все знают, это ну, половина команды. Поэтому молодец, хорошо пасует. Надеюсь, завтра будет похуже. Давайте здесь прием еще раз. Владимир Романович довольно-таки много сделал для «Зенита», но я думаю, что «Зенит Казань» – это прямая ассоциация, наверное, и с тренером Олекна, и к его, ну, по сути дела, построению этой команды на долгие годы, поэтому, ну, конечно, это особенный день.